Доброго времени суток, друзья! Мы вновь рады приветствовать вас на нашем канале. От всей души поздравляем вас со всеми прошедшими праздниками. Сегодня к вашему вниманию видеоинструкция по онлайн-сервисам Гоголевки. Для того, чтобы зайти на наш официальный сайт, в адресной или поисковой строке набираем karlip.kz. После чего вас перекинет на главную страничку Карагандинской областной универсальной научной библиотеки. Сайт библиотеки ведется на казахском, русском и английском языках. В верхней части сайта расположено главное меню. Для того, чтобы воспользоваться онлайн-услугами, кликнем на пункт «Услуги». В всплывающем меню 4 подпункта. Это онлайн-продление книги, электронная доставка документов, виртуальная справка и онлайн-приемная. Рассмотрим каждую из них. Онлайн-продление книги. Для использования этой услуги кликнем на одноименный пункт. Тут можно ознакомиться с условиями и правилами. Чтобы перейти к заполнению формы, кликнем на ее гиперссылку. Далее необходимо заполнить анкетные данные. Фамилия, имя, отчество, номер читательского билета, название книги и вашу электронную почту. После заполнения всех данных необходимо нажать кнопочку «Отправить». Срок выполнения заявки на продление книг от 1 до 3 дней. Форма заполняется для каждой книги, имеющейся у вас на руках, отдельно. Для этого кликнем «Вернуться к форме» и заполним данные на каждую книгу отдельно. Следующая онлайн-услуга – это виртуальная справка. Также в главном меню выбираем «Услуги», «Виртуальная справка», «Задать вопрос». Тут также заполняем анкетные данные, имя, электронный ящик и ваш вопрос. Вопрос может быть любым библиотечной тематики, например, о наличии той или иной книги в библиотеке. Уточните автора не только книг, но и журналов, художника или скульптора. Уточните название улиц. Также можно обратиться с просьбой составить список литературы по интересующейся вас тематике. После заполнения всех полей вносим значение проверочного поля и нажимаем кнопку «Отправить». Перед тем, как нажать кнопочку «Отправить», убедитесь, что стоит галочка напротив «Получить уведомление об ответе на e-mail», потому что ответ на ваш вопрос придет на вашу электронную почту, которую вы указали в анкете. Также здесь вы можете ознакомиться с вопросами и ответами на них, которые были заданы ранее. По вкладке «Электронная доставка документов» вы можете воспользоваться указанной электронной почтой справка@karlip.kz. Отправив письмо со своего электронного ящика, вы сможете сделать заказ на электронную копию статей и фрагментов книг, как из фондов нашей библиотеки, так и из фондов крупнейших библиотек и баз данных Казахстана и России. Библиотека в последнем случае является посредником в оказании данной услуги по поиску заказу документов. Соблюдая закон об авторских и смежных правах, из книг мы можем предоставить только отдельные главы до 30 страниц. Но, конечно, если эта книга есть в открытом доступе в сети интернет, мы поможем вам ее найти и поделиться с вами ссылкой. Библиотека предоставляет услуги по поиску не только книг, а также сканированию и доставке частей статей, журналов и газет. Если вам необходимо сделать справку по библиографическому поиску, можем предоставить вам список литературы. В разделе «Онлайн-приемная» вы можете воспользоваться указанным номером телефона и задать любой интересующий вас вопрос. На главной странице сайта эти услуги также отображены в левом меню. Тут же есть ссылка на электронный каталог библиотеки. Электронный каталог имеет 3 раздела – книги, статьи и краеведческие материалы. В каждом разделе функционирует поиск по автору, ключевому слову, либо заглавию. В разделе «Книги» вы можете найти необходимую литературу и узнать, где она находится.
разделе статьи «Краеведческие материалы» есть доступ к полнотекстовым документам, которые вы можете скачать либо распечатать. Все документы в этих разделах имеют краеведческий характер. Для поиска того или иного краеведческого материала в поисковой строке вводим заглавие, автора или ключевое слово. Затем кликаем по кнопке «Найти». Из списка выбираем подходящее и кликаем по указанной ссылке в конце описания. Практически все полнотекстовые документы доступны для скачивания. Также на нашем сайте можете ознакомиться с электронными ресурсами, с полнотекстовыми изданиями библиотеки, с тематическими списками, с новым поступлением и с виртуальными выставками. Сайт Гоголевки пополняется ежедневно. Вы всегда найдете здесь необходимую вам информацию. А если вдруг возникли сложности или не нашли то, чего искали, пишите нам на электронную почту, в Instagram, Facebook или звоните по телефону. На этом все. До новых встреч!